Всем привет! Поехала в Симферополь первый раз в этом году. Пришла на электричку. Расписание не изменилось, такое же. Народу практически нет, поэтому меня это устраивает больше, чем ехать в автобусе. Я пока не прививалась, в маске, защищаюсь. В Симферополь еду. Друзья купили Ване лекарства. Муж проходит курс лечения. 5 капельниц сделал, а еще 5 нет лекарств. Поискал в Курмане везде, лекарств нет. Позвонили друзьям, они купили. Еду забирать. Туда и обратно, без ночевки. В отличие от автобусов, условия проезда на электричке не изменились. Также по пластиковой карточке я купила туда и обратно билет бесплатно. На автобусе только могу ездить по карте РНКБ, которую еще не активировала. Ноги не дошли до социальной защиты. Не хочется идти сидеть в очередях. Поэтому езжу на автобусе платно. Ну, сейчас в электричке сниму, сколько в электричке народу, как электричка выглядит. Маленько сниму Симферополь. Решила кинуть свежее видео про Симферополь. Что-то нового, если будет, покажу. Не прощаюсь. Следующая остановка — остановочный пункт 1452 километров.
старших дополнительно взимается комиссионный сбор в размере красный. Надо уточку пустить, чтобы плавала. Или какой-нибудь кораблик, лодочку. Цвет меняется. Так. Снизу вот так, чтобы начать, как-то они размытые. Вот, видишь, там светился грот, видишь, он разный меняется. Цвета меняются там. Ну, разные всякие. Рукодельник, главный рукодельник. Тамара, маши рукой, всем привет. Всем привет. Заблудилась. Забыла, что вход на электричку не совсем такой, как выход с электрички. Нужно... А, сейчас у меня, кстати, сумку проверят. Попробую снять сейчас, как это все выглядит. Вот вход на вокзал. Тут новые павильоны. Да. Выйти из электрички и зайти в Симферополь, это совсем не то, что из Симферополя зайти на электричку. Сейчас покажу, как это выглядит. Уже тороплюсь. 10 минут осталось до электрички, а я еще, понимаешь ли, хорохорюсь. Вот, все везде огорожено. Раньше это все было можно спокойно пройти, а сейчас это... Миноискатели. Так, сейчас сделаю вид, что у меня
все это. Так, куда? Сюда? Так. Выкладываем металл, содержащий предметы, и проходим. Телефон имеется в виду тоже. Телефончик проехал миноискатель и сказали, масочки одеваем перед входом. Вот так вот люди сидят, ждут электричку. А мне ждать не надо, у меня. Так, тут моей нет электрички. 15:22 плюс 23. Я бегу. Пригодное сообщение. Соленое озеро, 17:40. Отправление. Вот. Так, иду. Не знаю даже, куда иду. Вообще должен быть вот здесь пешеходный переход. И что? О, мы сейчас поедем. О, остановился. Увидел меня и остановился. Я не поняла. И что? Куда я должна? Так, короче, что-то я не поняла. Пойду пешком. Вот люди идут. Сейчас посмотрю, куда люди идут. Не поняла. Вы на электричку? А. Деденька пришел на электричку и сразу ему включилось, а меня нет. Ну все, всем пока. Удивительно, но электрички пока нет. И никого нет, народу. Поэтому снимаю. Сейчас вот приехала по этой лестнице. Спросила у товарища. Я говорю, а где электричка на Соленое озеро? Он говорит, пока нету. Всегда стояла. Электричка на Севастополь написана. Мы будем смотреть. Вы куда едете? Ну да, чё, электрички нет, странно. Было написано у нас 16:02. У меня было написано 15:59. 15:59? Ага. Ну все равно где-то тут. Да. Ну, будем ждать кассам и узнаю, что это было или неправильная информация в интернете, или я опоздала, что я сомневаюсь, потому что я пришла в 15:20. Ну, сейчас узнаем. Так, у меня память в телефоне заканчивается, поэтому...